Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Сегодня я расскажу вам о том, как выбирать бинокль для наблюдений за птицами. У меня в руках целых три бинокля. Все они десятикратные, но разной конструкции, разного качества и разной цены. Я на примере этих биноклей расскажу, на что следует обращать внимание, расшифрую для вас основные характеристики и скажу, какие имеют большее значение при выборе, а какие меньше. На первом месте идет кратность, то есть во сколько раз вы становитесь ближе к объекту наблюдения, в частности к птицам. И тут рабочая кратность 8-12 крат. Это для биноклей, которые вы планируете использовать вот без штатива и держать в основном в руках. Хотя даже для 10-кратных, для некоторых биноклей уже есть специальные разъемы для штативного гнезда. Вот как раз у этого бинокля Atlas, он самый тяжелый, у него есть такой разъемчик. Правда, нужен еще дополнительный кронштейн для этого. Да, вот такую конструкцию, наверное, вы еще, друзья, ни разу не видели. Вот я приспособил кронштейн 10-кратного бинокля. И вот он как раз дает картинку почти такую же, как вот 600 мм на полный кадр. Это вот сейчас в режиме видео, если в режим фото переключить, вот оно как будет. И вот тут примерно такая же история, попробую. Итак, кратность от 8 крат до 12 крат. При этом, если это будет у вас единственный и первый бинокль, я бы все-таки склонялся в 8 крат, особенно если ограничен бюджет. Потому что сделать качественный бинокль 8-кратный стоит все-таки чуть дешевле, чем качественный 10-кратный, и тем более 12-кратный. Кроме того, конечно, с увеличением кратности увеличивается вероятность дрожания, и вы будут уставать со временем и глаза, и руки. Но в то же время, опять-таки, если вы берете бинокль для того, чтобы ненадолго что-то посмотреть и определить, то тогда, может быть, имеет смысл склоняться в сторону 10-12 крат. Тут уже дело хозяйское. У меня в руках все бинокли 10-кратные, фирма Gaut, и они разной линейки. То есть это вот Avior, это самый тяжелый Atlas, и средний по весу между ними это Polaris. Средний по весу, но не средний по качеству. 10 умножить на 25. Это означает 10 крат. А умножить, вторая цифра, это диаметр объектива. Ну или наружной линзы. Вот, соответственно, чем больше вот этот наружный диаметр, тем светлее объектив, больше угол обзора при прочих равных. Ну и вы будете лучше получать изображение. Но при этом, естественно, увеличиваются габариты. Вот как здесь. Здесь 10 на 50, вот максимальный радиус объектива. Здесь 10 на 42. А вот здесь 10 на 25. Вот можно сравнить. 10 на 50 и 10 на 25. Здесь в два раза меньше диаметр наружных линз, но при этом кратность одна и та же. То есть в 10 раз ты приближаешься к объекту. Но, естественно, здесь будет и побольше угол обзора, а самое главное, будет больше света попадать в глаз. И больше, лучше будет четче картинка. И следующий параметр, который указывают в характеристиках, это диаметр выходного зрачка. Не нужно путать его с диаметром окуляра, то есть линзы, к которой непосредственно глаз наблюдателя прислоняется. Диаметр окуляра, он фактически всегда больше, чем диаметр выходного зрачка. Ну, по крайней мере, должно быть так. И вот здесь, причем вот этот диаметр окуляра, его не пишут, но я для этих объективов померил. И в специальной сравнительной табличке, которую я вам покажу, можете поставить на паузу, посмотреть характеристики, сравнить эти объективы чисто по техническим характеристикам. Вы увидите вот диаметр. Ну, естественно, определенная погрешность измерения есть, хотя я использовал штангенциркуль. То есть для, соответственно, бинокля 10 на 50 диаметр выходного зрачка будет 5 мм. И для сравнения это означает, что просто вот кружочек, диаметр кружочка, который будет выходить вот здесь в глаз, кружочек света, вот он равен 5 мм. И чтобы вы понимали, диаметр зрачка у человеческого глаза, он изменяется. И при ярком дневном свете он составляет всего 2-3 миллиметра. То есть, в принципе, казалось бы, может быть, вам бы хватило
скажем, уже 3 миллиметров выходного зрачка. Но не все так просто, и я сейчас объясню почему. Потому что, например, при недостаточном освещении диаметр зрачка у человека увеличивается вот в темноте максимально до 7-8 миллиметров. И создать такой объектив, у которого был бы такой же диаметр выходного зрачка, уже получается очень дорого. Потому что, вот смотрите, видите, вот этот объектив, он, точнее, вот этот бинокль, здесь 10 на 50, и здесь диаметр выходного зрачка 5 миллиметров. Это уже очень хороший показатель. То есть 4-5 миллиметров – это то, на что вы должны ориентироваться. Если 5 – отлично, если больше 5 – еще лучше. Теперь поговорим о конструкции самих биноклей. Самое дешевое и распространенное, особенно во время СССР, когда делали такие бинокли, у которых идет преломление, то есть часть объектива, она выступает в сторону. Из-за чего это происходило? Из-за того, что там внутри находятся две призмы, которые одна поворачивает на 90 градусов, потом вторая на 90 градусов картинку. Потому что если без этих призм, то она бы была перевернутая для нас. Так вот, самый простой и дешевый способ – это вот такой с изломом объектив. Если же труба прямая, вот как здесь, это уже называется, призмы уже называются руф. Это самый распространенный вариант сейчас, он подороже в производстве, но, тем не менее, практически все бинокли, которые уже более высокого ценового сегмента, они... Вот такой конструкции. Они могут быть вот с одним сочленением, это дешевле и не так удобно, а могут быть с двумя. То есть здесь одно и здесь другое. И это удобнее держать, удобнее регулировать. То есть это чисто по эргономике вариант лучше. Ну, естественно, он в изготовлении чуть дороже. По комплектации у всех них в комплекте идет чехол. При этом у больших биноклей чехол идет с ремнем, а у маленького бинокля чехол идет без ремня, но имеется такая лямка для того, чтобы можно было на пояс через ремень как раз таки поясной продевать. Но этот маленький компактный бинокль, он больше даже предназначен, чтобы его в карман засовывали. Он даже в нагрудный карман у меня влезает. То есть он меньше, чем моя записная книжка, вот этот компактный бинокль. Но это не значит, что он классный, друзья. В конце обязательно об этом расскажу. Дальше по конструкции. Как правило, центральная общая регулировка у большинства биноклей идет, чтобы отдельно левый и правый не настраивать. А вот для корректировки левого и правого, соответственно, у всех биноклей, даже у самых дешевых, идет вот подстройка диоптрий и подстраивается следующим образом. Закрывается правый глаз или правая линза, направляется на какой-то конкретный объект, который никуда не перемещается, четко настраивается фокус по левому глазу, а потом закрывается левый, и в правом тоже доводится четкость с помощью вот этого диоптрийного регулятора, чтобы обе трубы были в синхроне по фокусу. Вот, но я пытался это делать, но по факту большинство биноклей мне подходит вот на ноль. Я выставляю мне как в самый раз. И еще один важный показатель – это влагозащита и заполненность внутри каким-нибудь инертным газом. Например, чаще азотом заполняют, либо аргоном, по-моему. Это помогает линзам не запотевать. Вот этот момент может быть не так важен, как мне кажется, а гораздо важнее влагозащита. И она бывает, например, IPX или IP6. Это когда защищена от брызг и дождя. А еще лучше это IPX7. И как раз единственный бинокль, у которого есть влагозащита здесь, это, вот оно так и написано, waterproof. Это вот Polaris. Polaris имеет влагозащиту IPX7. Это означает, что его можно уронить в лужу, в воду, и там через какое-то время достать, и он будет в норме, потому что здесь все герметично. И кроме того, он заполнен азотом. А следующей характеристикой оптических составляющих, то есть вот линз как раз, является материал изготовления и покрытие его. Вот материал изготовления самый такой, два самых ходовых, это БК-7 и БАК-4. Так вот, БАК-4, то есть та цифра, которая меньше, и она еще там буква А в середине, она по качеству
гораздо лучше дает картинку, четче, но дороже в производстве. Поэтому объективы, которые делаются на линзах БАК-4, они дороже. Бинокли, да? Я буду иногда, наверное, забалтываться все-таки. Вот у меня один бинокль здесь, БАК-4. Я в конце скажу, лучше он или хуже двух остальных, которые сделаны на БК-7. БК-7 более дешевая технология, менее четкое изображение получается. А самое главное, что выходной зрачок, который дает БК-7, он такой ромбовидный. И получается, по периферии у вас изображение не такое четное, четкое, оно более мутное. И последнее по линзам – это просветление. Оно бывает однослойным, многослойным и полным многослойным. Вот, само собой разумеется, последний вариант – самый лучший – полное многослойное просветление. Из этих трех здесь, по-моему, только у Атласа полное многослойное просветление. А у этих двух многослойное просветление просто, без слова полное. Что значит просто многослойное? Это означает, что часть каких-то линз проведена вот эта обработка, многослойное просветление. Она нужна для того, чтобы улучшить светопропускаемость, чтобы больше света проходило, меньше были его потери. Ну и качество картинки тоже от этого зависит. Оказалось, что вот эти линзы БАК-4 дают гораздо большее преимущество, даже несмотря на то, что здесь, во-первых, полное многослойное просветление. Это вот Атлас, а это вот Полярис. И несмотря на то, что здесь больше диаметр объектива, здесь вот 10 на 50, а здесь 10 на 42. То есть чисто по характеристикам, если остальные не принимать во внимание факторы, вот этот бинокль должен быть лучше, светлее и больше угол обзора. Но на практике я вот этого не вижу. То есть мне гораздо комфортнее смотреть вот в этот бинокль, в первую очередь потому, что он дает более четкую, более красочную, более контрастную картинку. Ее просто приятно наблюдать. Она как бы добавляет четкости даже лучше, чем вот я глазом смотрю, одна четкость. Смотрю в объектив, здесь как будто резкость добавлена. Ну и, конечно, если говорить о маленьком вот этом бинокле, то его бы я бы, скорее всего, не рекомендовал из-за того, что он, несмотря на то, что маленький, да, он все-таки мутный. То есть такое ощущение, как будто такая пленочка у вас перед глазами, как будто тонирование. Хочется там его протереть, протираешь, но эта ситуация не спасает. То есть он прямо... Ну и, конечно, темный. Я, например, сову наблюдал. И вот сейчас как бы прям уже темнеет вовсю. Все, уже вечер. Весь день сегодня ходил, проверял бинокли. Проверял на утках, проверял на маленьких птицах. Думал, не будет ли проблем с минимальной дистанцией фокусировки. Нет, все нормально на всех, на всех бинокли. Вот. И вот этот малыш 10 на 25, ну я бы, наверное, рекомендовал все-таки брать хотя бы там 10 на 32 или 8 на 32. Если вы берете компактный, тогда уж точно не нужно гнаться за вот этой кратностью, потому что ее крайне сложно при таких габаритах обеспечить качеством. Но такой бинокль тоже нужен, например, если уже второй, он тоже нужен, когда вы идете куда-то далеко, ограниченный объемом, весом, его очень удобно положить в карман. То есть у меня вот 8 на 32 был небольшой, но покрупнее чуть-чуть, чем этот. И просто в практике удобный инструмент, пользоваться можно, но это как второй бинокль и для определенного круга задач. Если же универсальный инструмент, то вот как раз на такие нужно смотреть, типа этих. 8 на 42, 8 на 50, и это вообще здорово, там 10 на 50, 10 на 42. Это получается вот отличные соотношения для наблюдения птиц в природе. Таким образом, я бы из этих трех все-таки купил вот этот. Он гораздо удобнее по эргономике, легче, в него приятно смотреть. И это получается вариант 10 на 42. На сайте, в магазине Кварта, Оружейный квартал, вы можете посмотреть и более дорогие бинокли. Да, самое главное, сколько они стоят. Вот этот, почему он мутноватенький, да, и все такое. Он просто стоит меньше 2000 рублей. Вот этот, по-моему, стоит около 5000 рублей, Атлас. При этом он тоже приятный. Особенно мне понравилось, когда я его на штативчику закрепил на камеру и смотрел, и руки не дрожали. Сразу совсем другой комфорт.
Вот. Ну и в последнюю очередь Avior, это может быть как запасной вариант или вариант там для начинающего какого-то наблюдателя, для школьника. Но опять-таки я бы посмотрел в сторону 8х25, 8х32. Вот такие, друзья, рекомендации. Надеюсь, это видео будет для вас полезно. С вами был Василий Лишневский. Всем пока, всем добра.